Дорогие мои, интересная притча от Симонова. Ева пришла к Богу. Бог, взмолилась она, не могу я больше быть одна. Мне скучно, в раю не с кем разговаривать, играть. Я уже все видела и все знаю. Пошли мне кого-нибудь, чтобы мне было веселее. Да кого же мне тебя послать, призадумался Бог. Ну, хоть кого-нибудь, чтобы я могла не быть одна. Ну, хорошо. Смогу удовлетворить твою просьбу, любимое мое дитяти. Но понимаешь, тот, кого я тебе пошлю, будет бить тебя, ругать, требовать внимания и уважения, будет пьянствовать и изменять. Но и это не самое большое испытание. Главное, что он станет требовать, чтобы ты поверила, что сделано из его ребра. Вот такая притча, родные мои, о Еве и Боге.